Всем привет, ребята! С вами Шерми. И вчера 21 числа, как я предсказал, вышло обновление. Маленькое да удаленькое. Гозы ценим. Первым делом нам добавили эфирных на Колизей. Вот их не некоторые скины и анимация. А дальше у нас тут гига-глаз на острове воды запустился. Но какие он будет давать награды? Список всех наград гига-глаза. Час денег, монеты, 2 лет, лакомство, 3 дня, ускорение времени инкубации на 25% на 3 часа дня, 4 дня, 1 ключ, 5 часов день, любой трехэлементный и четырехэлементный монстр, 6 дней, 10 бриллиантов, 7 дней, монеты, 8 часов день, любой редкий элементный монстр, 9 дней, лакомство, 10 часов день, 1 ключ, 11 дней, сокращение времени скрещивания на 25% на 3 часа дня, 12 часов день, любой костюм за монеты, 13 часов день, монеты, 14 часов день, 10 бриллиантов, 15 часов день, лакомство, 16 часов день, любой редкий элементный монстр, 17 часов день, 1 ключ, 18 часов день, любой трехэлементный и четырехэлементный монстр, 19 часов день, сокращение времени скрещивания на 25% на 3 часа дня, 20 часов день, монеты, 21 час день, лакомство, 22 часа день, 10 бриллиантов, 23 часа день, 3 ключа, 24 день, любой редкий двухэлементный монстр, 25 день, любой костюм за монеты, 26 день, монеты, 27 день, повышение шанса на выведение монстра с костюма на 3 часа дня, 28 день, лакомство, 29 день, 1 ключ, 30 день, любой сезонный костюм, 31 день, любой редкий двухэлементный монстр, 32 день, возможность активации гига-глаза. Ну подождем. Ладно, что у нас дальше? И все. Это все обновление. Но не могу ж я вас без нечего оставлять. И поэтому надо гадать насчет того, что выйдет поблизости. И это будет картина неба. Но еще рано об этом говорить. Итак, у нас есть эфирные на Колизе. А значит, скоро вроде двухэлементные должны выйти. А еще очень интересно. Будут ли огненные монстры на Колизе? А еще редких? Но это уже сложный вопрос. Итак, подведем итоги. Обнова маленькая. Вопросов много. Все были красавцами, но единственный, который мне понравился, это почтальон Печкин. Грибажук. И девочка Винзди сварили вин. И ужас боксер. Все, спасибо за просмотр, всем пока.